Разработчики отчитались, что исправили баг, благодаря которому предмет, добавляемый в стак, получал качество этого стака в процентах. Ну, как они это решили? Криво. Сейчас покажу, что на самом деле у них получилось. Исправили проблему только со стрелами. Их теперь нельзя улучшить. А вот с кишками, видели, я взял 92% кишочку, с полу поднимаю в инвентарь более плохую кишочку, и она становится 92%, как у меня в инвентаре, да? А что получается, если я добавляю в инвентарь похуже кишочку из контейнера? Портятся у меня в инвентаре кишочки. Они принимают значение стака, из которого я добавляю стака контейнера принимают проценты. То есть, если вы добавляете в свой рюкзак что-то, с полу поднимаете, то приоритет имеет качество стака в вашем рюкзаке. Хотите улучшить предмет, который стакается, бросаете плохое качество на пол, помещаете в рюкзак предмет хотя бы один с хорошим качеством, и после этого поднимаете с полу все, что угодно, добавляете в этот стак, и у вас будет хорошее качество этого стака, как в рюкзаке. Рюкзак приоритет имеет по сравнению с полом. Но если вы в тот же рюкзак добавляете предметы из контейнера, то уже контейнер имеет приоритет по сравнению с рюкзаком. Более плохое качество предмета из контейнера испортит у вас в рюкзаке качество стака. Итак, со стрелами это больше вообще не работает, а вот все остальные стакаемые предметы, лекарства, чаи, коробки чаев еще не приготовленных зеленых, банки кофе не приготовленных, кишки, шкуры. Вот это все стакаемое, оно работает сейчас вот именно так. Конечно, это никак не ломает баланс игры по сравнению с тем, что были исправляемые стрелы. Спасибо хинтерам, что хотя бы вернули теперь возможность брать бутылочку воды прямо из кругового меню, чтобы поставить ее куда-нибудь. Вот это они все-таки хотя бы исправили. Ну все, комментарий, лайк, подписка, чтобы не потерять меня. Потому что пока я делаю этот канал, а в любой момент могу забросить, и хрен вы потом найдете тут мои ролики.